Сотрудники МВД России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей. Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве предъявлено обвинение участникам группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве было установлено, что злоумышленники использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций. Комиссионные вознаграждения осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей. Главным следственным управлением Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны организатор и участники противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов органами предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.